Спартак, давай выпьем. Не хочу. Чего? Отличный коньяк. Ты такого не пил. Матросы французские привозят. Я сказал, не хочу. Чего так? Нам теперь с тобой до гроба в корешах ходить. Я с тобой брататься не намерен. А чего тогда разыскивал? Я хочу поговорить с тобой о Наде. Давид, отпусти ее. Не ломай ей жизнь. Ты же все равно рано или поздно сядешь. А с ней что? Это она тебя попросила? Нет. Тогда слушай меня, Спартак. У тебя своя дорога, у меня своя. Надя девочка взрослая, за себя сама ответ держать умеет. Ты по краю пошел, меня из тюряги вытащил. За это тебе благодарность и уважение. Но душу полоскать я тебе разрешения не давал. Если что еще хочешь сказать, говори. А нет, на то мы разойдемся. Ну что ж, разойдемся. Спартак! А помнишь, в детстве ты, я и Надя сидели на берегу, и она сказала, какой красивый закат. А ты сказал, жаль, что я не могу тебе его подарить, помнишь? Помню. А помнишь, что я сказал? Ты сказал, дай только срок, я подарю тебе и этот закат, и это море, и весь этот берег. Так вот я сейчас загадал. Выпьем эту бутылку тогда, когда весь этот берег будет мой.